Снова здравствуйте. Сегодня вашему вниманию обзор солидного видеорегистратора торговой марки Hikvision, который называется DC7732NYK4. Регистратор рассчитан на 32 цифровых канала с возможностью подключения 4 жестких дисков. Коробку мы даже все не сможем вам показать из-за размеров солидных. Но комплектацию все равно вам озвучим. Пакет с мануалом. Коробка, в которой находятся следующие принадлежности. Оптическая мышь. 4 кабеля SATA для винчестеров. Пульт управления, судя по весу, без батареек. Крепление для установки регистратора в серверные стойки. Патчкорд сетевой. Винты для установки жестких дисков и для установки данных креплений. Кабель питания 220 вольт. Обычный компьютерный. Регистратор упакован надежно. Специальные поролоновые вставки в коробке. Влажность защищен пакетом. Весит он около 5 кг. Такой массивный, солидный. Это без винчестеров, заметьте. Что мы видим на передней панели? Два USB-порта, какие-то кнопки управления и кнопки состояния. Включение жестких дисков сети. Все сенсорное. На боковых крышках перфорация для охлаждения, для кулеров. С одной и со второй стороны. QR-код, CE-ник для подключения в облачные программы. На задней крышке два разъема LAN, вход-выход аудио, кабель HDMI, порт USB 3.0, на передней панели только два USB 2.0, интерфейс RS-232 для подключения тревожных выходов или для каких-то других систем, кабель VGA, также разъем RS-485 и входы тревог алармовские, сделанные вот по такие вот специальные клемники, которые довольно-таки надежные, но с ними придется повозиться при включении кабелей. Кнопка питания включения и разъем подключения 220 вольт. Небольшой винт для кабеля заземления. Сверху мы ничего не видим, только съемную крышку. Снизу отверстие для установки винчестеров. Открутив 4 винта на верхней крышке, мы можем увидеть внутренности нашего регистратора. Крышка обычно, как в обычном компьютере, снимается. Вот что собой представляет данный регистратор. Само устройство находится на этой небольшой плате. Мы здесь видим, очевидно, процессор, плату управления, кабеля питания для жестких дисков, разъемы SATA для жестких дисков, шлейф на сенсорную панель управления на передней крышке, USB-порты, два кабеля. Блок питания довольно-таки мощный, 100-240 вольт, мощность его 60 ватт. Также мы видим кулер, один небольшой такой. И на этом все, это все устройство регистратора. Характеристики данного устройства. Пояс-порты отсутствуют на регистраторе. Всего в нем есть 32 канала. Каждый канал поддерживает поток камеры до 8 мегабит в секунду. Здесь есть очень много тревожных выходов. Входной поток 256 мегабит в секунду, исходящий 160 мегабит в секунду. Поддерживает он 4 жестких диска до 6 терабайт. На борту регистратора всевозможная аналитика. Потребляемая мощность меньше 20 ватт и вес 5 кг. Настройку регистратора вы можете увидеть в нашем отдельном видео, где мы настраиваем обычное устройство Hikvision. Что камеры, что регистраторы, что другие устройства имеют в принципе одинаковый интерфейс. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.